Добрый день, девочки. Сегодня вашему вниманию я хочу вот что представить. Вот эти розочки, которые, видите, лежат две розовые и цвет шампань. Мы с вами делали по ним мастер-класс. Вчера я просто сделала розу более увеличенную и думаю, а если я изменю размер лепестка и сделаю такие же светильнички? Вот я их сделала. Сидела до 2 часов ночи, не могла оторваться, но я их сделала. Вот они, та же, вот одинаковые розы, понимаете как? Вот розовый цвет, цвет шампань и сиреневый. Вот, я пробовала, горят бесподобно, отлично горят. А еще вам хочу показать вот такую вазочку. Вазочки были большие у нас, а посмотрите, какая вазочка теперь у нас. Она небольшая, соответственно, много сюда, вот немного штук в букете не пойдет. Вот здесь сколько у нас? 9, да? Да, 9 розочек. Розочки выполнены из фанерами единичек. Вот такие розочки. Вот такая вазочка. Цвет малахита прям нормальный, отличный. Вот смотрите, такие новиночки. Поэтому я вам просто как идею подаю. Роза МК вы знаете, теперь увеличите размер. И вот у вас получится вот такие светильнички. Понимаете, они приятненькие. Вот прям приятные. Заметили, да? Первые ряды вообще даже ничего. Не закругляя, ничего. То есть вот они такие. Смотрите.